6 километров прямо, друзья мои. Прямо по этим изумительным просторам. Я продолжаю собирать урожай со священной реки Оки. Значит, город Алексин сегодня последует в нашу копилку. Вот еще одно такое дерево. И тоже без листьев. И вот. Так, аккуратно. Тут одно неловкое движение. И ты будешь в раю или в аду. Как сказано в фильме «Третий человек», он давным-давно в раю. А, нет, он так показал. Он в аду. По-моему, он либо так показал. Так, сзади нас дальнобой поджимает. Так, короче, был поворот на Алексин с Симферопольского шоссе, который я проскочил, потому что показалось мне, что это ложный поворот. Так, о, 50 км в час на Новоселке. 40 км в час. Нифига, тут что, школа, что ли? 20. Ну ладно. Ну все, сейчас он меня будет поджимать. Ну и что? И до каких пор мне ехать 20? Ну, я думаю, что все. Вот такие изумительные просторы, друзья мои. Просторы Рамсторы.